Приветствую, друзья, на канале Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Пятое обновление Sanctuary, или по-нашему пристанище, приют, что-то вроде того. Итак, смотрим, что у нас в этом новом обновлении, друзья. И, во-первых, нам надо начинать игрушку, начнем мы с нуля, опять же, в связи с тем, что появилась новая, как говорится, новая тема, когда ты настраиваешь свою игру, появилось новое подразделение идеология, друзья. И нам ее надо выбрать, по какой идеологии мы пойдем. А так у нас в предыдущем сейве такого не было, мы не сможем, и мы не смогли бы, и не сможем изменить этот показатель. Так что нам надо начинать все заново. Быстренько пробежимся, что у нас ввели нового в этом обновлении. Так, пробежимся быстренько, так, пару слов. Итак, это обновление включает в себя множество изменений в катастрофах. Во-первых, они дольше и медленно происходит, пик наступает гораздо медленнее и в разных стадиях. И есть некоторые меры, как с этим бороться. В связи с этим были введены новые сооружения. И это целых два сооружения. Во-первых, это вот, как видите уже на экране, друзья, да, как статический, как электро... не знаю, как он называется, электропроводчик, короче, ну, заземлитель, скажем так, да, и сауна. Как, первое, что понятно, что при магнитных бурях, если вы постановите этот заземлитель где-то рядом с вашими электронными постройками, они не пострадают от удара электричества. Эта молния будет бить прямо в него. Надеюсь, что мы в будущем сможем использовать эту энергию во благо, как-нибудь, может быть, как-нибудь изобретут какие-то супер батарейки, которые смогут при таком быстрой, нереальной нагрузке впитать в себя столько энергии. Ну, навряд ли, но это же игра, может быть, все-таки придумать что-нибудь. И вторая — это сауна, друзья. Но сауна больше относится к тем, что, например, будут начинаться ядерные осадки, друзья, да. Люди будут мыться, они будут меньше заболевать, ну и так подальше. Ну, потому что, ну, получится, первый путь к здоровью — это гигиена сама по себе, да. И баня в этом нам поможет. И также они переработали полностью торговую систему. Друзья, очень, скажу так, я заходил в предыдущем сохранении. Мне нравится, как они это построили, как это сделали. Отлично, наконец-то. Нету такого, что что они хотели, что они покупают, что они продают, что мы можем продать, что они хотят от нас. И самое важное, что, друзья, ввели в это, конечно, дело, это деньги. Мы сейчас будем за каждый продукт или какую-то технологию платить денежку. Золотую, серебряную монеточку. Вот. Опять же, тоже изменили некоторые вещи в дерево развития. Сейчас вместо 5 подгрупп есть только 4. Зайдем в игру, я вам покажу, что оттуда убрали. Итак, что тут по большому счету? Мы приближались по всему. Так, видите, это у нас новое окно, как торговля. Да, еще, да, конечно, они все-таки работают над графикой и над освещением. Вот они улучшили освещение. Некоторые текстурки переработали и перерисовали. Но это поближе мы зайдем, посмотрим. Так, закрыть. Так, новая игра. В этот раз мы пойдем чуть посложнее, где-то 60-60%, что-то такое пойдем, да, друзья? Потому что в прошлый раз было 50, сейчас нам чуть повыше. Не будем мы обучающие эти, нам не нужны. Итак, мир. Почти никто уже и не помнит, с чего все началось. Большая часть населения планеты погибла после череды глобальных катастроф. Люди пошли войной друг на друга. Ну, как и сейчас, ничего не изменилось. Выжившим приходится бороться за существование на развалинах мира. Город разрушен, но природа сохранилась. Умеренный и влажный климат. Плородная почва 40%. Не наш вариант. Мир суров и не прощает ошибок. Средняя температура влажна. Плодородной почвы 25%. Ну, скорее всего, пойдем по этому, да, чтобы слишком уже жестоко. Это уже 13%. Катастрофы. Медленно, но неуклонно современная цивилизация рушилась, пока безжалостная стихия уничтожала все, до чего смогла дотронуться. От городов остались лишь руины. Планета изменилась навсегда. Худшее позади. Пора восстанавливать цивилизацию. Катастрофы иногда случаются, уровень загрязнения 20%. Мир по-прежнему жесток, но мы справимся. Катастрофы случаются регулярно,
Уровень загрязнения 35%. Кажется, ну это хардкорный вариант. Не, пойдем по первому, друзья. Я хочу как-то не то, чтобы, бля, каждый раз чинить от катастрофы и выживать по большому счету. Сложность 27%. А, это ресурсы. Есть предел любому терпению. В какой-то момент людям становится мало того, что они просто сумели протянуть еще один день. Им хочется на что-то надеяться. Что ж, теперь у них есть повод для этого. Путь был долог и тернист, но уже в прошлом. Спасательный бункер разрушен, множество ресурсов на старте. Нет, нет, это самый легкий вариант. Верный автомобиль все-таки сломался. Средний запас ресурсов на старте. Нет, не надо. Здесь они решили завершить свое скитание. Скудный запас ресурсов на старте. Вот-вот-вот, мы пойдем по этому, по скудному запасу. Мы не будем больше никуда гулять, будем жить там, где мы обосновались. Выжившие. Люди вокруг вас в любой момент могут пересечь точку, черту между жизнью и смертью. Все они имеют свои недостатки, но вместе вам удалось выжить, а значит, им можно доверять, раз уж они доверяют вам. Закаленные люди, которые выживают в жестоком мире, 8 взрослых, 4 детей. Это 47, 53, 60. Группа выживших способностей о себе позаботиться. 7 взрослых, 3 детей. Блин. 7% разница. 6 взрослых, 2 детей. Давай. Группа мутных личностей. Не, мутные личности мне нужно, не нравится. Не, группа выживших способна себе позаботиться. 7 взрослых, 3 детей. Давайте, 53%. Вот о чем я говорил, друзья. Идеология. В мире, изуродованном глобальными катастрофами, нет единого рецепта для спасения. Каждый выживает как может, а понятие о добре и зле постоянно меняется. Постоянно открывайте новое на дереве технологии, решайте, какие лидеры, каким лидером вы хотите быть. Выживающих обходите с тем, что есть. 53%, да? Ничего не меняется. А тут ничего не меняется в этом плане. Строитель колонии. Развивайте и улучшайте колонию. Первооткрыватель. Исследуйте территорию колонии и мир вокруг. Исследуйте территории колонии и мир вокруг. Ну мы не можем быть первооткрывателями, да? Давайте, или я сейчас склоняюсь, или выживающих, или строитель колонии. Развивайте и улучшайте колонию. Давайте по этим пойдем. Сложность. Привратник. Жизнь несправедлива, но иногда вы по-настоящему чувствуете, что сражаетесь не в одиночку. Судьба ли это или невидимый хранитель? Кто-то определенно заботится о нас. Будет трудно, но она того стоит. Архитектор гибкий и конструктивный. Впереди долгая дорога, но все трудности преодолим. О, 67%. Выживающих сурово, но справедливо. Страдания или успех? Непредсказуемый, никаких ограничений и запретов. Нет, друзья, нам нужен порядок в нашей колонии. Ну и 67% у нас в соло. Ну как обычно мы идем. Медвежонок красный. Продолжить. И наш Валентайн. Где наш Валентайн, да? Счастье для всех и даром. Не к нам предъявлять и превозмогать. Ёпты. Не уйдем смиренно в сумраке тьмы. Все хорошо и спасибо за... До свидания. Лучше смерть, чем бесчестие. Ну, в каких-то планах. Все хорошего и спасибо за рыбу. Уже было. Не знаем поражения, наводим ужас. Ниган. Разделяй властвуй. Беспредел, анархия. Всего хорошего и спасибо за... Что за... Мы расцветем в тени. Такое, блин, довольно интересный. Не уйдем смиренно в сумраке тьмы. Так, счастье для всех и даром. Что за... Выживание и процветание. Давайте выживание и процветание. Несколько... Так, ну это опять 67%. Поехали. Экологические станции могут бороться с заражением. Освобождайте землю для строительства. Дай нам, пожалуйста, хороший рандомный пик по карте, чтобы у нас не было, блин, просто куча посередине сухого. Не, лучше было бы, конечно, сухое посередине, вокруг зелененькое. То, что да, мы в серединке могли бы обосновать базу. Итак, друзья, бог рандома нам нагадал вот такую карточку, друзья. Карту, то бишь нашу локацию, где мы будем развиваться. Так, первым делом, сразу же, уничтожаем это дело. Вот, уничтожить. Уничтожайте, давайте вторую скорость отрубим. Потом сейчас наметим, что нам надо сделать. И тогда уже начнем рассказывать, что нового появилось и как вообще. Так,
строим мы, опять же, сейчас, друзья, я чуть-чуть поменял стратегию в плане развития. Мы сейчас займемся этим делом. То бишь, нам нужно... Где мы идем в эту сторону, пойдем. Да, вот так делаем. Потому что у нас проблемы со складом постоянные. Пусть они это строят. Так, сейчас быстренько это все наметим. Так, это ресурсов не требует. Так, это сюда. То вот так. Напомним, играем мы на 67%, да, сложности, друзья. Если кто не заметил в начале ролика, сколько у нас процентов было. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Все это делается, все делается. В первую очередь, что, друзья, мы должны сделать? Кроме этого, мы должны построить, где мы будем использовать ресурсы. Нам нужно построить колодец. И тут будет уже интересно, друзья. Будем мы, короче, знаешь, что, двигаться какую-то в эту сторону, где будет у нас 100%, да? Потому что, ну, не имеет значения, где ты его поставишь. Главное, чтобы было 100%, друзья. 100%. Один, построим два заранее. Так. 100. Вот здесь будет. Будем развивать колонию в эту сторону. И здесь у нас будет, как говорится, ферма. Очень удобно, кстати, расположилась эта система. Следующее, что мы делаем сразу же, переместить рабочую зону. Нам надо досок очень много. Вот так делаем, зажимаем, все отлично, погнали. И отпускаем Shift. Сейчас они это быстро все построят, потом мы наметим домики. Домики мы будем строить, как нам построить домики. Сейчас надо посмотреть, ну домики построим, скорее всего, так. Мы сейчас дорогу выложим. Вот до сюда, например, вот так, да? Вот так. Дорогу выложим и построим пару домиков. Домик, 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 домик. Один. И второй. Вот так. Пока этим занимается, сейчас быстро пробежим, друзья, что изменилось. Что изменилось в дереве технологии. Как я уже говорил, когда читали в начале, у нас сейчас 4 колонки, да. Прища, производство, колония и исследование. Убрали пятую колонку под названием безопасность. Вот, добавили пару новых сооружений, как я уже пред этим говорился, при начале видео. У нас есть 3 сооружения, которые отвечают, 2, которые отвечают, не то что отвечают, они подходят к, относятся к экологическим катастрофам. Ну и одна на, для облегчения наших нужд для колонии. Итак, у нас идем сразу в колонию и смотрим. Вот первое. Электростатический разрядник. Чтобы перенаправить мощные электрические разряды в землю, нужно надежное средство заземления. Решив эту проблему, вы можете защитить колонии от молнии, расставить везде молниеотводы, и гроза вам не страшна. То бишь, у него принцип работы такой: ты ставишь молниеотвод в любом месте, где ты хочешь, да. Ну, это больше относится к электрическим постройкам. Ставишь там, и у него есть радиус действия, на которых, наверное, распространяется молния. Она бьет в него, и энергия уходит в землю. Как и должно быть, как работает молниеотводник, вы уже прекрасно знаете. Вот. И тем самым не повреждая электрические постройки. Вот. И очень будет удобно это, например, поставить, где у нас ветрогенераторы будут, да, и парочку, чтобы это обезопасить. И тогда мы сможем переместить, например, ремонтную мастерскую вообще в другое место, потому что нам не будет страшно, что они его повредят. Вот. Единственное, то, что метеориты могут повредить его, да, но это уже другое дело. Второе, это у нас идет чистота. Но это уже больше относится к радиоактивным осадкам и засухам и так далее и тому подобное. Кажется, что после конца света у людей полно забот и без гигиены. Однако люди, которые редко моются, очень скоро начинают болеть и умирать. Многие болезни легко предотвратить, регулярно принимая душ. А баня — это еще и повод собраться с друзьями. Полностью согласен с вами, друзья, это русская душа. Ну и не только, славянская, скажем так. Вот, смотрим, что у нас по бане. Рабочая ячейка 1, банник у нас там, да. Ну и строится с дерева, пластмасса, железо и детальки. Обслуживание пластмассой. Вместимость 200 ящиков чего-то. Ну, скорее всего, пивасика. А третья, друзья, третья постройка, она относится к добыче досок. Это на начальных порах, потому что вы прекрасно знаете, что мы можем строить лесопилку, но это уже в более поздней игре, так как там нужно электричество. Но электричество нам надо, значит, изучить еще, да, друзья? Это не хухры-мухры. Да, это еще надо жить и выжить желательно. Вот, и она
конечно, производит доски медленней, но без потребления энергии. Вот. Но так как я не буду это сейчас строить, потому что это, во-первых, она очень громоздкая, очень огромная. Смотрите, сколько места занимает, да? Просто вот такая вот тура огромнейшая. И я не вижу смысла в этом, потому что у нас довольно-таки много деревьев здесь, досок, вернее, ну, вот тут полным-полно. Когда леса не будет, тогда уже можно подумать об этом. Так, что с домами? Почему у нас... А, понял. Начинаем станция переработки. Строить станцию переработки. И станцию по добыче металла. Очень хорошо, очень все удобно. Очень хорошо рандомный боженька нам подкинул все эти детальки. Вот. Блин, конечно, неправильно сделал, что вот так поставил некрасиво. Но все равно это, конечно, будет все сноситься, это понятно. Итак, что у нас здесь? 7 бетон, бетон. Так, что вы добываете, друзья? Кстати. Доски, доски. А, можно еще да вот сюда. Возможно, ресурс переместить в рабочую зону. Вот доски. Да, сделаем поменьше. Если не знаете, как делать поменьше, то зажимаете Ctrl и мышкой крутите колесиком. Колесиком. Вот, хорошо. Переместить рабочую зону. Но это мы уже будем здесь по бетону, да, большая груда бетона. И переместить рабочую зону, опять же, где-то вот здесь у нас есть что-то еще тоже вкусненькое, да, бетон и доски. Ну и еще осталась одна построечка. Тоже переместим рабочую зону, скорее всего, знаете, ну куда? Куда? Ну это у нас бетон, да? Большая куча бетона. Ну вот сюда. Ну давайте вот так сделаем. Бетон захватим и... Вот так сделаем. Отлично. Все. Люди работают. Так, сейчас... А чё вы... Ай, блин, они не успели построить дом. Не хватило пластмассы. Как-то я не рассчитал чуть-чуть. А, ягоды же, ёж ты матрёшь. Я же ягоды забыл. Давайте собирать ягоды. Единственное, то, что мне не нравится, я вот так пробежался по карте, да, смотрю, да, тут у нас пробежали. Я заметил, что у нас вода есть только в этом районе. И довольно-таки мало. А следующая вот здесь, да, очень-очень далеко. Очень далеко. Вот здесь два водоемчика у нас есть. Один здесь и другой вот здесь. Нам надо построить рыбацкую причал, да, чтобы ловить рыбку. Ну, пока что этим не будем заниматься. Будем заниматься пока что добычей вот этого всего дела, чтобы это все построить красивенько. Так что работайте, друзья, активней. Да, и еще что добавили у нас в новом обновлении, друзья. Ну, как я уже упоминал выше... Все время повторять это дело, упоминал выше. Переработали, как я уже говорил, торговую систему. У нас появились денежки уже, да, валюта, серебряные монеты от прежнего мира, которые используются для торговли. Наконец-то разработчики услышали эту просьбу, чтобы наконец-то эти очки нахрен, какие-то чести или что убрали, дали нормальные бабосики, чтобы могли нормально бабосиками оплачивать труд или то или иное. То или иное. Какой-то материал или фрукт или что или еду или что неважно что-то оплатить чем-то, потому что деньги не всегда будут были и никуда не от нас не денутся. Еще что они сделали? Они переработали чуть-чуть иконки. Мне кажется, что сделали какое-то другое это как его распределение, потому что и во-первых, смотрю, я сейчас заметил, друзья, такую фишку. Они меняются, кстати говоря. Потому что когда я заходил в старое сохранение. Потому что, ну, я думал, что мы сможем играть на старом сохранении. Нет, конечно, можешь играть, но у тебя идеология нету. Да, ты не можешь выбрать идеологию, по какому ты будешь идти. Мы выбрали идеологию в плане развивать свою колонию и улучшать ее, да. И там я вот построил палаточку, чисто там посмотреть, что это такое. И здесь у них был стол посередине. Здесь его нету. Значит, они рандомно как-то, кастомно дают тебе какой-то, не знаю, план, ну как это вот, как он будет выглядеть, да? Вид, да, такой вот. Ой, такие вот делишки. Что еще? Да, переработали, конечно, они работают над светом, добавили лунный свет, добавили луну, отрисовали, да, ну тут ее хоть и не видно, да, тут ни хера не видно. Я пытался ее найти в старой версии игры, ничего там, ничего героя, ни хера не нашел. Вот. Что еще? Что еще? Поменяли, кстати говоря, с этим сейчас заговорил, надо, кстати, построить это дело. Кстати говоря,
Что изменилось в медицинском плане, друзья? Там тоже изменения довольно-таки неплохие, на мой взгляд. Сейчас поясню, что я имею в виду под этим. Сейчас, друзья, мы поставим где-то, не знаю, вот давайте сюда поставим. Да, сюда поставим. Сейчас, например, когда ты, как вы знаете, здесь у нас сейчас есть две ячейки для наших больных. И раньше было то, что вот заходит два человека, и они лечатся поочередно. Сейчас такого нету. Сейчас они просто сразу лечатся постоянно все, но скорость лечения гораздо меньше. Ну, не знаю, это лучше или хуже. Когда построим, как его, полевой госпиталь, там и посмотрим, потому что там 6 человек, и там и надо будет дождаться, когда будет это, как его, радиоактивный дождь, и тогда сможем, потому что там самое оптимальное, когда ты можешь получить какие-то, блин, зараженных людей и так далее и тому подобное. И посмотри, как это все работает. Вот. Еще что сделали они? Они удлинили и усложнили, по большому счету, катастрофы. Они сейчас длятся дольше, и пик у них наступает позже, типа там, когда начинает там падать что-то с неба, там буянить, это больше, знаешь, как и с вирусом, да, они волнами летят, волнами налетают, то, что сначала нет-нет, потом хуяк, раз 15 человек, потом еще раз 15 человек, потом еще 15 человек и так далее и так подобное, то бишь растет по экспоненте. Вот, ясно, хорошо, ладно, смотрим, сейчас надо построить нам, значит, друзья, надо построить все-таки нам рыбацкий причал. Надо. А то с едой, я смотрю, у нас очень все напряжно. А, не, значит, друзья, первым делом построим мы нахер это. Построим первым делом мы ворота. Нам нужны люди. Самый важный ресурс в этой игре — это люди, друзья. Как это бы не ужасно не звучало, но оно так. Вот, так что не обессудьте, друзья. Ну, самый выживал, как и в градостроительных симуляторах, люди — это самый важный ресурс. Ну и потом уже все прилагающие, там доски, дерево, материал и денежки в общей сложности, да. Так что вот такие делишки. Ну что, ждем, пока сейчас достроится наша стенка, и будем уже принимать первых гостей. Ну и да, друзья, наши трудяги построили наконец-то наши ворота, и у нас по скрипту пришли первые люди. И очень мало людей. Печально. Зато у нас тут собиратель. Какой у тебя собиратель? На жителей 3. Неплохой собиратель, но очень мало людей. Ну, с одной стороны, неплохо, потому что у нас только парочку мест, и так и есть. Ничего страшного. Так вот и говорил, да, друзья, у нас лечится все поочередно. Сейчас смотрите, у нас две ячейки. Я отправил в экспедицию, друзья. Они заразились, да, и ничего не принесли. Они выйдут одновременно. Потому что они начали лечиться одновременно. И по большому счету, сейчас тут никого больше не будет в этом плане. Сейчас смотрите, будет 100%, и они выйдут отсюда. Видите, один, два, и все. Пусто. Оба сразу вышли. Все работает. Так, я уже поставил. Вот уже парочку рыбацких причалов. Строим туда дорогу. Пытаемся туда провести. О, как вы идете? Вот так. А, нет, смотри, какие вы бесстыжие, а. Наколоть-то все дело. Не, значит, уже так даже нет. Пойдем через эту сторону. Так, вот сюда. Вот так сделаем. Следующее, что хочу сделать сразу, мне надо построить лесоз... Нет. Как же он назывался, блин? Охотника, блядь. Где ты там? Где-то его сюда поставим. Или вот сюда, например, вот сюда поставим. Охотничьи угодья. Иди сюда. Дом зверолова, вот. Охотничьи угодья, блин. И они будут охотиться у нас на той стороне. Построить крытый склад. Там мы построим крытый склад скоро. Даже сейчас наметим его. Под большим счетом мы можем это все сделать, себе позволить. Вот сюда поставим его. Шика. Что, блин? Что, простите? Не пускаешь, да, мне?
Ух ты, морда. Ну ладно. Можно сюда поставить. Давай тут сюда поставим. Поставим сюда. Ну, давай поставим сюда. И тогда мы сделаем вот такой друж. Подружечку, дружечку. Вот, люблю дороги, друзья. Люблю дороги, друзья. Люблю. Люблю все водить дорогами. То, что, во-первых, это увеличит скорость передвижения наших трудяг. И выглядит более как-то уютно, не знаю. Но здесь, блин. А можно как было по-другому что-то сделать? Не можно было? Давай, например, вот так. Так, иди сюда, надо убрать. Вот так сделаем. И сюда поставим дорогу. Мне просто хочется поуже сделать дорогу. Вот так. Шикарно. Мало еды, я знаю, друзья, у нас мало еды. Ну, работайте, работайте, добывайте. Сколько еще тут ягод осталось? 6 ягод, что ли, еще. Так, добывает. Все нормально, все добывает. Так, что у нас с бетон? Бетон? Ни хера нету. Как так? О, добывайте. Так, что еще, друзья, добавили? Подождите, что еще? Что еще добавили такого? А, добавили то, что глазу незаметно. Они добавили... сейчас, вот... свободных людей, которые носят, да, носильщики называются, да. Сейчас стоит очень высокий приоритет на то, что находится, например, на земле. Ну, не на строении, а на земле, например. Они сразу это все приносят и сортируют, да. Это все они приносят сюда, куда им положено. Вот. Как я уже говорил ранее, то, что я хотел продолжать снимать предыдущее видео. То бишь, не предыдущее предыдущее, а предыдущее сохранение. Потому что, ну, начинать все заново каждый раз, с каждым обновлением. Если он там не носит какие-то огромные изменения в геймплее, и нету смысла, и не знаю, или вам это вообще интересно. Кстати, друзья, напишите в комментах, ли вам хочется, чтобы снимали мы каждый раз сначала. Потому что для меня не проблема, я могу снимать сначала каждое новое обновление, которое выходит раз в месяц, да, по большому счету. Оно выходит около 5 числа каждого месяца. Ну, иногда бы 8-го, как календарь выпадет. Вот, тоже поделитесь своим мнением, как вы хотели бы. Хотели бы, чтобы проходили каждый раз заново, потому что, ну, в этом плане у нас надо было проходить заново, потому что, как я уже говорил, что мы не могли добраться до выбора идеологии. И из этого мы должны были начинать все сначала. Ну, не знаю, я не против, мне нравится заниматься строительством, планированием и смотреть, как далеко мы будем развиваться и как долго мы выживем. Так как, помните, в предыдущем сезоне мы прожили 100 с лишним дней и без потерь, друзья. Никто у нас не умер, у нас было все хорошо. Сложность была 50%, на этой 67%. Я думаю, тут будет посложнее. Я думаю, тут мы без потерь не обойдемся. Я так предполагаю. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что будет все хорошо, но не знаю. Посмотрим. Вот. Ах, здрасте, у нас же, блин, есть вот. Мяско, иди собери. Я забыл про нее. Про нашего специалиста. Так, кстати, что у нас получается? У нас сейчас 12 человек, 6-6. Нам надо построить еще один дом. И мне не нравится, что я должен буду сносить деревья здесь. Плохо. Ну да ладно. Другого выбора нету. Так, еда добывается довольно далеко. Надо до этого дела путешествовать. Да. Ну ничего. А ну да, друзья, тоже, может быть, кто зоркий глаз заметил то, что у нас новая иконка появилась, да. Очень важный аспект игры. Баг-репорты, да, делать такой вот у нас клоп, не знаю, что это за насекомое. Знаю, что они роятся, как бешеные. Сталкивался в своей жизни с ними. Вот. Хорошо, так, что еще? Если даже не ошибаюсь, друзья, мне кажется, то, что вот когда они добывают, да, ну да, видно, что сейчас более визуально заметно, что чем меньше пластмасса становится здесь, тем чище площадь становится, да, так же самое с металлом. И даже, опять же, добавили чисто визуальные обновы, да, то, что сейчас, видите, у нас такие дома есть, порло развалившиеся. Ну и вот, где-то еще был, вот у нас есть, как его... где хранят силос и все остальное, я забыл, как это, силосная башня, вот. Так, что такое? Странный шум у ворот. Что происходит?
What? What? Приятный компьютер. У нас нету рыбы, дружище. У нас рыба, блин, ее сожрали. Я бы купил бы тебе рыбу. Отказать от обмена. Ну что ж делать, дружище, сорян. Нет у меня. Ладно, идем. Заходим сюда и посылаем ее смотреть территорию первую. Угу. Ну да, видите, у нас сейчас опять же тоже пересовали иконки. Такие вот дяденька тут стоят, ты чудо, а? Да что ж ты, потрошитель. 36 металла. Хорошо, ладно, что с ним. Так, ладненько. Так, что еще у нас сегодня побыстренько по планам надо пробежаться? Так, с едой у нас есть 26. Она принесла, это же мясо принесло. Это же мясо принесло. Ну да, блин. Это же мясо принесло. Красава. Вот. Что еще? Что еще? Походу, больше ничего не изменилось. Так, добавилось, говорю, что тут все более-менее не Блять, слово такое интересное. Да не важно, ладно, забей. Извиняюсь, друзья, что-то туплю я сюда. После работы сейчас вот сижу, записываю видосик, чтобы выложить. Я хотел уже вчера это сделать, но... Верите, друзья, я снимал вчера это видео 4 раза. 4 су раза. И все из-за косяков своих же. Ну, потому что, ну, блин, после 12 часов голова еще не варит. В первый раз я, короче, запустил игру, все начал записывать, все нормально. Потом что-то мне надо было отойти. Я вырубил микрофон, вырубил запись, потом пришел, врубил запись, а не врубил микрофон. И, представляете, просто 40 минут видео проходило, да, и все без звука, только музыка играла в фоне. Может быть, кому-то это было бы даже лучше, да, и не слышать мой голос. Ну, не знаю, это чисто сугубо каждого личное мнение. Вот, ну, я то, что, ну, был очень злой. Я хотел, я говорю, 3 раза. Потом еще я получался, что мне что-то крашнулось, я не сохранился. Опять же, надо было заново начинать. В третий раз у меня получилось, что... Я не записал что-то, или как получается, я не записал, да, какой-то ролик, и получилось то, что вырвался из контекста все это, и опять же накосячил. Ну и в конце концов ничего не получилось, я плюнул, пошел спать. Это уже было 1 часа ночи, по большому счету, по моему времени. Вот, и на работу надо было вставать в 5 часов, друзья, так что 4 часа поспал, и вот, 12 часов отработал, вернулся, вот. Сейчас с новыми силами, надеюсь, что все будет нормально. Ну, сейчас уже, по большому счету, мы уже подбегаемся к финалке этой серии сегодняшней. Сейчас мы посмотрим, что я еще могу построить, то, что нам нужно. По большому счету, у нас вода, у нас есть, мы можем построить один дом. Я, как говорится, не хочу этот лесоповал, ну, чисто ради прикола, может, давайте построим, друзья, лесоповал, чтобы чисто увидеть, какая скорость производства досок. Я не хочу его куда-нибудь далеко, если я хоть поставлю где-то сюда, вот, чтобы по максимуму использовать место. Да, где-то здесь поставим. Просто хочу посмотреть, какая скорость производства досок. Потому что на пилораме это просто пулей все летает. Так, что еще? Специалисты, да, но это ничего тут нового нету. Насчет торговли я рассказал, насчет визуальных эффектов я рассказал. Насчет новых строений я рассказал, сейчас одно уже строится. Насчет больнички я рассказал. Насчет дерева технологий тоже, опять же, рассказал. Если, друзья, опять же, если есть какие-то вопросы или я что-то упустил, бляха-муха, метеоритный дождь, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях под этим видосиком или есть какие-то советики дельные, друзья. Я буду всегда рад вашим фидбэкам, и, потому что обратная связь — это очень важно, друзья. Это обратная связь мне дает понять, что я вообще-то правильно делаю или вообще двигаюсь в правильном направлении. Так что все же это делается ради вас, друзья. Мы стараемся, мы обучаемся, мы улучшаем контент по большому счету, насколько возможно, да. Потому что мы много еще не знаем. И это не только тупая отмазка, просто, ну, мы же не пользуемся сразу стать бау и там мастерами монтажа и мастерами обработки звука. Я так уже более-менее, как считаю, нормально звуком разобрался, приобрел более-менее нормальную аппаратуру для этого всего дела, вот. Только вот еще все с камерой как-то, не знаю, мне что-то не в кассу. Я думал, что, может быть, как-то, знаешь, камера поможет больше социализировать с вами, там, общаться, но нет. Нет, ты понимаешь, что мало подписчиков и так далее и тому подобное, и такого ажиотажа на моем канале никого не происходит, но всегда иногда приятно, когда ты получаешь какую-то обратную связь по ту сторону экрана. Так, Бенджамин заболел какой-то инфекцией, иди лечись, дружище.
Блин, у нас мало людей, у нас мало людей, у нас никто к нам не приходит. Нахуй бесстыжие. Так, что у нас здесь происходит? Чего вам не хватает досок? Ах вы моськи. Моськи. Так, добывается, 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 добывается. Ну да, что добывается, блин, потому что людей-то нету. Что там будет добывать? Дети еще растут. Трое детей. А у меня было? А, ну да, у меня было трое детей уже, когда мы как бы устанавливали параметры мира. Так, ну, говорю, плюс-минус мы еще с едой разобрались. Посмотрим, что будет в конце. Так, тут уже пластмасса скоро закончится. Жаль, что тут рядом нету никакой еще этого пластмассовой кучи, чтобы не сносить это все к чертовой матери и строить заново. Это лишняя трата ресурсов, друзья. А это сейчас очень важно, особенно в начале стадии, в начальной стадии развития. Так. А, нам надо было дом построить. Вот что нам надо было построить. Потому что если нам придут еще люди к нам, у нас будет проблемы. У нас есть ткань, у нас есть металл. У нас единственное то, что надо будет... Дом. Что такое? Специалист готов к работе. Временное пристанище. Так, я буду в этот раз оставлять расстояние между строениями, чтобы они более мобильно могли передвигаться и меньше тратили времени на ту или иную задачу. Или там добраться до точки А, от точки А до точки Б. Окей, домик строится. А так что ты хотел еще сделать? А, отправить специалиста домой. У нас есть еда еще. Отлично, замечательно. С едой мы разобрались. Так, ну скоро будет человек уже выздоровеет, да, скоро уже будет. А, уж сейчас катастрофу надо пережить, друзья, еще. Ёшки. А тут доски, бетон. А вообще, вы чем занимаетесь вообще, друзья? Ни досок, ни бетона, что такое? Что за лентяя? Доски. Доски. Бетон. Бетон. А как так? Это что? А что я тут добывал, я не понимаю. Главное, поставим сюда. Вот это не люблю я, друзья. Вот это сейчас, блин, это будет сейчас сносить мне все к чертовой матери. Видите, как сейчас ничего не падает, да? Сейчас будет скоро пик. Скоро будет пик. Сейчас будет, блин, бомбить меня по 31 число. А уже здесь начинает, уже понемножечку, уже, да. Бам! Падай сюда, пожалуйста, падай сильно сюда. Специалист готов к путешествию. Давай, иди, проверяй, что тут происходит. Опа, инструменты. Это хорошо. И... Так, тут хорошо. Только, пожалуйста, не бей в больницу и не бей в это дело. В дома. А где наши колонки, кстати? Водяные колонки где? Вау. Я уже слышал. 5 досок, вы издеваетесь. Офигеть. Видите, дождь до сих пор еще, метеоритный дождь еще до сих пор идет. Раньше он уже бы довольно-довольно закончился. Ёпта, и куда ты врезал? Фу, я уже думал, что он разнес это к чертовой матери. Так, разбило что-то опять. А, рыбацкую. Ой, больницу еще ешь. Здесь все хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо. Все отлично здесь, отлично, все отлично. Ремонтировать. А, прожили все-таки, да? Принять решение, давай, давай, дай мне 20 человек. Трое взрослых, инструменты, антибиотики, неплохо, кукуруза. Принять, и что за разведчик? Разведчик, он будет далеко ходить, отлично. Построить дом, у нас сейчас строится дом. Дома, вернее. Послаем пока что разведчика. Опаньки, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Это хорошо. Окей, сейчас давайте сейчас чините все. До сих пор, друзья, приоритеты не работают. Я не знаю, когда они это все пофиксят. Ты не можешь, можешь не ставить приоритет, все равно ни хера не изменится. Они как будут тупить. Так же самое, как, например, вот я уже сколько уже тут голдош по поводу этого, то, что вот надо
сделать так, чтобы ИИ был более разумным, чтобы не носил вот отсюда ресурс сюда, потом этот ресурс носил куда тебе надо дальше, да, не знаю, ну это чисто мое сугубо личное мнение, друзья. Может кто-то с ним не согласится, но я не вижу смысла вот так. 300. У нас первые очки. Первые очки. Соберем всех и потом уже посмотрим, может что-нибудь можно построить. Так, здесь что еще? Бетон, доски, блин. Здесь что? Окей, ремонт идет. Здесь 60. Все, главное, чтобы он не ломался. Так, все, здесь сейчас дом построится, будет идеально. Ну и так, смотрим, друзья. Как это у нас бывает? Сколько тут процентов? 100? 100? Или тут нету? Тут просто... Что-то бывает, да бывает. Посмотрим, как быстро это все происходит, друзья. Мне сейчас интересно, как это будет быстро все пилиться и добываться. Так, специалист, сейчас пока что специалистов отправим. Я тут уже вот уже еще понемножку забрался за кадром, побегал. Чтобы не простягивать видео с таким приторным ожиданием чего-то. Так, ждем пока сейчас. Я хочу просто смотреть, какая скорость производства. Ну, что ты там идешь ломать? Я же тебе дал вот зону новую. Как он быстро... И вообще сколько получается? Одна доска, одна балка... Одна доска? Нихуя себе. Как-то нелогично, нелогично. Ну, так себе. Ну, скажем так, ну, нормально вроде бы идет, но неплохо. Вот. Вот. Так, мы собрали... Можем что-то сейчас открыть, друзья. Посмотрите, что можем открыть. Давайте откроем что-нибудь новенькое, какое-нибудь, что-нибудь такое. Найдем по пище сначала, да? Навык выживания. Хижина рыбака. Тактика стаи. Так, что такое? Не, ну давайте сначала. Так, навык выживания. Человек освоил охоту и рыбалку очень давно. И те навыки, которые помогли людям выживать в каменном веке, не утратили свою актуальность и сейчас. Кроме того, сейчас не приходится сражаться за добычу с мамонтами или слаблезубыми тиграми. Хижина рыбака, дом зрелого, дается по одной ячейке, да, получается. Ну да, скорее всего, тут плюс один человечек нарисован. Не знаю, чем это связано. Ну, наверное, скорее, следующая пачка, когда выйдет, они пофиксят эту маленькую машибочку. Так, 8 часов, да, у нас получается 6 человек у нас занято. Сейчас у нас по одному, тут уже 1, 2 и 3. Ну, не знаю, ли нам столько людей надо ставить. Ну, посмотрим. Сейчас они выучатся быстренько. Тем не менее, мы уже прошли 10 дней. Пищи у нас достаточно пока что хватает. Люди наши бегают. Так, тут бегают, да, они бегают, но они все бегают. Так, тут 100%, 100%. Здесь, тут нету процентов, тут просто прочность указывается, не сколько указывается, ну, площади. Оно там просто не должно, потому что они просто шпилят дрова. И потом мы здесь зачистим, все зачистим, это все эти территории, так. Подруга, что у тебя здесь? 17, а еще надо будет на нее тратить. Вот что очень меня радует, что мы конденсаторы нашли, друзья. Это меня радует. Так, сейчас проверим нашу новую обновочку. Как долго там осталось? 2 часа. Было бы круто, если не добавили какой-нибудь индикатор еще где-нибудь, чтобы увидеть, как далеко мы продвинулись в исследованиях. Так, дорогу сейчас достраивают, молодцы. Ну и так, смотрим, да? А подождите. Нет. Значит, что? Значит, увеличили скорость добычи, по большому счету. Да подожди, да иди сюда. Ну вот и что это? Эррор? Или это что? Навыки выживания? Я не понимаю. Ага. Вот у человечек нарисованы. Давайте ради интереса посмотрим. Или добавится тут еще одно место в окружении. Стая может высадить, окружить и поймать добычу гораздо быстрее, чем одинокий волк. Ну блин, посмотрим, давайте сейчас изучим, посмотрим, что это такое у нас. 7 часов, ждем. Потому что нигде здесь не добавилась новая ячейка для развития. Так, что, может быть, сюда, так, тоже ничего нету, так, доски добываются. Проверяем постоянно, чтобы люди не простаивались, пусть они работали.
И не отдыхали ни на минуту, особенно сейчас. Доски нужен новый источник. Какой новый источник? Тут у тебя и тут достаточно источников, чтобы это все еще обеспечить. Такс. Так, доски у нас сейчас наконец-то есть. Сейчас нам надо бетон. Надо по бетону. Как-то. Тут доски. А где у нас бетон? Кто бетон добывает, пацаны? А, тут доски сейчас. Переместить рабочую зону. Сейчас он просто все равно это сделает. Вот так делаем. Отлично. Исследование завершено. Смотрим. Стадия, вот это, зомби рулова. Да, видите, нам добавили еще одно очко. Еще одно окошко, очко, блядь. Так, что-то на свалке. К вам подходит двое колонистов и их пилонет азарт взгляд. Так, ну опять, давайте, дайте разрешение. Блядь, они опять ничего не принесли. А ладно, хорошо, здесь доктора сильно стоит нормально. Так, послаем наших... это плохо. Так, разведчик. Давай посмотри, что здесь. Здравствуйте. И вот, друзья, смотрите. Сейчас я покажу фишку торговли. Мы не можем торговать, пока что у нас нету торговой системы. Но. Закрыть. Когда мы нажмем, сюда у нас появится... Вода! Новая иконочка. Мы нажимаем на нее. И тогда тут появится здесь торговая, когда мы построим торговое, это как его, торговый это центр. Подойдите ближе, я не собираюсь в тебя стрелять. Dead Creek, эта колония напоминает старый американский город. Местные не стесняются носить при себе оружие на главной площади города, регулярно проводят публичные казни. Ну так, для страстки и веселья ради. Заправляет всем самозваный шериф. Он же мэр, который для... Это, ну, тут вроде женщина нарисована. Который для укрепления своей власти и устраивает эти казни. Ну, ничего не изменилось после и до апокалипсиса. То есть ничего нового, друзья. Все по-старому. Воюем, блядь, друг с другом. Как обычно. Ничего нового. Инфицированные колонисты. А почему ты... Вот ты заболела опять? Ну, иди лечись. Как вам графика и звук? Графика и звук, я скажу так, был бы такие моменты, что мне просто взрывалось что-то. Well, not so bad. Отправить. Вот. Итак, друзья, если есть какие-то советики, рекомендации, вопросики, не стесняйтесь, оставляйте под этим видосиком ваши комментарии. Я обязательно их отвечу. Никуда я не денусь. Я этим занимаюсь, друзья, в свое свободное время. Так что не стесняйтесь, оставляйте комментики со своими пожеланиями, вопросиками. Ответим стопудово. Опять же, друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видео. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. И всего вам доброго, друзья. Пока-пока.